Братья, дорогие, вот брат Константин Андреевич уже предложил эту мысль, очень важную мысль. Это одно из основных в нашем служении, это служение Слова. И как хорошо была представлена эта позиция, как что надо и как надо. А я сейчас хочу обратить внимание на другую, очень важную истину. Я хочу поговорить о семье. Братья дорогие, вот прочитаю сейчас текст Писания, а потом скажу тему нашего размышления, и мы просмотрим некоторые позиции семей. Или семьи, правильно так сказать. Послание к Ефесянам, 5 глава, 31 стих. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Хочу выделить вот только сочетание такое. Оставят и будут двое одно. Братья дорогие, о чем нужно особо, нахожу сейчас нам заботиться всем. Сегодня здесь братья-служители, братья-проповедники. Я понимаю, в такое холодное время приехали те, кто особо ревнует, переживает о устройстве церквей. Вот здесь в вашем объединении. Дорогие братья, вот эту мысль или размышление, рассуждение, которое хочу предложить, именно о том, чтобы мы имели правильное понимание и верную цель для того, чтобы заботились, чтобы каждая семья имела гармоничное единство. Почему? Потому что это был замысел Божий. Первое. Оставят и будут одно. И второе. Потому что это очень сильно связано с церковью. Семья это ядро церкви. Здоровая семья здоровая церковь. Проблема в семье – проблема в церкви. Братья, и когда есть проблема в церкви, ее сразу надо искать проблему в семье. Разделение произошло там на первой клеточке, в первом там деление уже произошло, там оно зародилось, там оно произросло, а потом как инфекция перенеслась дальше. Поэтому, братья дорогие, нам как вот устроителям жизни церкви, я имею в виду Ресвятерам, благовестникам, диаконам, проповедникам, нам иметь нужно эту стратегию в работе с народом Божьим, чтобы через проповедь, через личное общение, через душепопечение, через всевозможные мероприятия, которые мы проводим, общение в Церкви, иметь вот эту стратегию в работе, чтобы семья сохранялась в единстве. По учению. Господа, которого он отметил в Святом Писании. Братья, я хочу рассмотреть некоторые позиции и вместе с вами <coughs> мы сейчас порассуждаем. Хотя, если бы, конечно, где-то ближе стоять, можно было бы задать вопрос, мне так больше нравится, чтобы можно к диалогу какому-то призвать, но я постараюсь так вот, может быть, более монологом. <coughs> Братья, первое, на что хочу обратить внимание – это на молодые семьи. Молодые семьи. Какое наше должно быть попечение о молодых семьях? Хочу прочитать такой текст Писания. Буду читать Евангелие от Луки. <coughs> Евангелие от Луки, первая глава. «В одни Ирода царя Иудейского был священник из Авеевой череды, имя Заха именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Лисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Дорогие братья, нахожу очень важную истину, вот здесь отражает Святое Писание, за двоих удивительных супругов, которые жили на рубеже Ветхого и Нового Завета, Захария и Елисавета. Удивительная супружеская пара. Братья и сестры, ни об одной супружеской пары так не сказано, как сказано о них. Сказано, что оба они были праведны, оба, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Нахожу, что вот это очень важная цель, которую должна иметь молодая семья, создавая семью чтобы они были оба праведны. Оба праведны. Без праведности брака не получится. Брак да будет честен. Это и подготовка к браку, это и начало брака. Оба да будут праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочным. Очень важно, чтобы вот это направление было правильно взято. Вот для иллюстрации приведу пример такой брат Константин Андреевич дал такой совет, чтобы больше примеров брать из Библии. Я сразу же хочу быть послушным, быть послушным. Братья дорогие, вот смотрите пример, очень яркий пример. Прям сразу он и родился у меня в сердце. Вот смотрите, я сейчас читаю книгу «Песни песней», вот открываю здесь, и вот смотрите, я сейчас буду читать, а вы постарайтесь понять, какое отличие одного текста от другого. Вот один текст читаю, книга «Песни песней» 2.16. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Какой восторг! Сколько здесь радости! Речь идет о начале создания семьи. Это вторая глава. А вот теперь читаю текст 6-3 книга песни песней. Уже брак прошел, и уже они живут вместе. Уже они успели поссориться, уже они помирились. И вот теперь другая немножечко позиция просматривается. Книга песни песней 6-3. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Кстати, и тут тоже сказано я не, не дочитал просто этот текст. Он пасет между лилиями и в том, и в том. А вот, братья, вы уловили какое отличие или нет? Вот, брат, вы, вы уловили? Вот вы первый брат. Не уловили? А кто помоложе, братья? А ну, вот, ну кто помоложе, уловил или не уловил? Вот кто помоложе, у тех это чувствуется. Вот еще, может, мы уже позабыли, кому уже за 50. А вот кто помоложе, вы, братья? Ну, пожалуйста, Александр, ну, не, не, Александр, вы, 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 вы поняли, я хочу помоложе. не, братья, и вы, ну, вот помоложе, ну, вот рука там, ну, 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 пожалуйста, вставай, Женечка, вставай. Ой, молодец, он уже готов к браку, только -то, почему-то не спешит, а? Братья, вы обратите на это внимание, смотрите, вот такая позиция, девица готовится замуж, и точно так и юноша. И у нее радость. Вот он мне принадлежит. Как это эгоизмом попахивает, да? Мне, мое, для меня. А вот теперь у них произошла проблема. Вот этот эгоизм ее породил проблему. И лень было встать, и он ушел, и она его ищет, и сорвали покрывал, обесчестили, ее избили, и потом они встречаются. Трагедия какая, почему? Я на первом месте. А теперь, когда это все прошло, а теперь совсем другая позиция. Я принадлежу возлюбленному моему, а уж потом он мне, прежде я ему, и опять лили, и опять, но ну это уже настоящие лили. Братья, вот это вот... Божественное устройство семьи, оно не постарело. И некоторые считают, что это, это вот древность, это вот все надо забыть, неверное понятие. Библия – это тот замысел Божий, это мудрость Божья. И нам нужно сегодня смотреть и в бытие, надо смотреть и в кинево песни и песней, песне. смотреть в евангельские принципы и устроять только так, как написано. Только так, как написано. И если вот, вот это давать направление, чтобы молодые супруги, становящиеся на путь супружеских взаимоотношений, жизни, чтобы они стремились к тому, к тому, чтобы поступать по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Привязать себя к исполнению учения Писания. Братья, как это необходимо? Я не буду говорить детали всех заповедей и постановлений, мы их все понимаем. Но принципиально хочу обратить внимание на, на направление работы. К чему нужно привязать молодых людей? Если мы им поможем в этом отношении добрым советом, добрым вниманием. Может быть, увидим какую-то ситуацию в какой-то семье, где-то там случайно оказавшись свидетелями, в проповедь вкрапить какую-то мысль, в беседу вкрапить. Ну, давать вот это направление библейского устройства семьи. Сегодня дьявол на именно это направляет силы, чтобы разрушать семьи. Именно на это направляется силы дьявольские. А нам нужно противостоять этому. Вторая мысль, братья, на что хочу обратить внимание. <как> это семьи, где <как> рождаются дети. Хочу на две мысли привлечь внимание. Нахожу, что это очень важно. И сегодня оставаться на этой позиции, <как> наставлять семьи наши. Псалом 126. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Братья и сестры, как важно, чтобы вот это первое понимание, которое заложено в Писании, дети, это от Него наследство и это от Него награда, чтобы вот эти понимания, понятия укореняли в жизни наших детей которые создают семьи, чтобы они не боялись рождать детей, чтобы они принимали их от Господа. Братья, боясь рождать детей, порождает трещину между детьми и между родителями. Беседуя с одной сестрой, уже сестра в возрасте, плачет и говорит, брат, не могу себя понять, ну почему у меня с детьми нет контакта? Ну отец, то есть муж ее, ну они прям к нему липнут, а ко мне нет. Ну что это такое? Ну мне же стыдно об этом сказать. Да я люблю детей, я их и родила, я их и кормила долго. Ну почему? Я говорю, сестра, ну мне трудно сказать, почему? А потом, а со внутренней молюсь, а Господь раз мне и мысль. А я говорю, сестра, а когда вот этот период был, когда вы рождали детей, вы с радостью их принимали? Или со страхом? Она заплакала и говорит: брат, да мы тогда неверующие были. Какой с радостью? Каждую беременность понимала, как беду, если успевала освободиться, освобождалась. Какая радость там была! Ну, люди жили в мире, люди не знали Писания. Я говорю: сестра, вот это вот и проблема. Вы принимали их со страхом, с нежеланием. Да, кого-то рождали, кого-то не рождали. Но проблема, грех дал трещину между вами и детьми. А теперь, а теперь они вас Вы об этом когда-то грехи каялись? Никогда. Давайте покаемся. Стали на колени, стали молиться. Братья и сестры, вот давайте это на направление, чтобы дети наши не боялись рождать детей. Хочется с радостью отметить, что даже орган наш, периодической печати, в журнале. Очень приятно было увидеть, что появляются фотографии наших многодетных семей. 17 детей, 18 детей. Это, конечно, не всем дана такая благодать. Вот я же не говорю, да мы с тобой нищие, у нас только 10. Когда мы глянули на эту фотографию, ну и больше нету. Братья, вот давайте это библейское направление, блажен человек, который наполнит имя колчан свой. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Это библейское учение. Мы не за то, чтобы у нас было 20 детей, но чтобы у нас было столько, сколько Он дает нам. Братья, и вторая мысль, которая рядом же здесь стоит, ее нельзя ну, куда-то куда, -то, куда -то, ну, в сторону уйти от нее. Нужно не только рождать детей, нужно еще и помнить то учение Писания, которое я хочу сейчас прочитать из книги Второзакония. Книга Второзакония, 6 глава, 6 глава, мы читаем ну, 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един». «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими, да будут слова сие, которые я заповеду тебе сегодня в сердце твоем, внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась, вставая, навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих. Братья и сестры, ой, братья, какая здесь очень важная истина. Для того, чтобы семья была в этом гармоничном единстве, первое, нужно без страха принимать детей, и второе, нужно воспитывать их в учении и наставлении Господня. Братья, изучая данный текст Писания, изучая ну, жизнь еврейской семьи того времени, мы находим, некоторые из них сохранили сегодня и это, ну, этот принцип и сегодня. На что хочу обратить внимание. Вот рассматривая жизнь ветхозаветной семьи, у них все вращалось вокруг семьи. Все вращалось вокруг семьи. Такое ощущение, читая, что вот этот текст, у них никакой не было другой цели, как только вместе с детьми, вместе с детьми, вот быть таким единым организмом и строить свои правильные отношения с Богом. Муж и жена, люби Господа всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, а детей... А детей внушай детям, говори, идя, ложай, вставая, навяжи знак, и все о нем, и все к ним. Братья, в такой гармонии взаимоотношений будет крепкая семья, будет крепкое общество. Тогда это было израильское, сегодня это, это церковь. Братья, как важно, чтобы вот эти направления принимать и воспитывать. Давать в служение нашему, это будут крепкие семьи. Если мы будем без страха принимать, если мы посвятим этому всю жизнь, кто-то сказал такую, такую фразу, и мне она очень, очень понравилась, что воспитание детей ⁇ это принцип жизни. Это не просто ну, час или полчаса время занятия, это принцип жизни. И причем этот да, принцип просматривается ну, во всех сферах жизни. Смотрите, он как говорит. «Говори, внушай детям в доме твоем, сидя, сидя в доме твоем, когда? За столом, когда мы сидим, общаемся, кушаем, идя дорогою, куда-то ты идешь». Они шли три раза в год, шли на, на поклонение, разговаривая об этом – ложась и вставая перед сном и после сна. Навяжи в знак на, на, на руку твою, работа твоя. Да будут они повязкой над глазами твоими. Это когда мы планируем что-то вдаль, в будущее. И это с позиции богопоклонения, богослужения. И напиши их на косяках дома твой, внутри дом твой. И на воротах твоих, и во дворе твоем. Братья и сестры, ой, братья, вот жизнь, которая целиком принадлежит, ну, принадлежит воспитанию детей. Вот это образ жизни, который должен быть в каждой христианской семье. Следующий момент, на что хочу я обратить внимание, это, как мы читаем в книге «Бытие», 25, стих, я, 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 не отметил ссылочку, Иов говорит, дети мои оставили меня. Братья, вот приходит такое время, когда, естественно, семья начинает разрушаться. Но я на что хочу обратить внимание? На то, что порой еще до того, когда, как мы читаем в книге «Бытие», оставить человек отца и мать, начинается разрушаться семья. И я вот сколько не думаю об этом, не, не, не пытаюсь исследовать и вижу здесь такой замысел лукавого оторвать детей от родителей, оторвать, сделать их государственными детьми, братья. И вот здесь мы должны понимать, что есть одно право оставить ребенку семью, это тогда он имеет это право, когда он создает свою семью. Сколько бы ни было ребенку лет, но если он не создал семьи, он должен жить в гармоничном единстве со своими родителями. Так учит Писание. И мы не находим других принципов для оставления семьи. Оставить человека отца и мать. А до этого времени он должен жить в семье. Даже в ветхозаветний период посмотрим, если чья-то кому-то не понравилась жена, и он дает разводное письмо, она должна вернуться в дом отца своего. Другого нет? Другого нет. И не надо думать, что это было тогда. Это принцип, это замысел чешского общества. Семья, в нем должна быть семья. Братья, дорогие. Но здесь есть две проблемы. Первая проблема ⁇ это непонимание, которое имеется у детей к родителям, и непонимание, которое имеется у родителей к детям. Непонимание. Причина этого непонимания – невежество, незнание Писания или ожесточение сердца. Две причины. Или человек не знает, или он не хочет поступать так, как, как говорит Писание. Он не хочет. Братья, вот такой я вам приду пример. Однажды я ехал, ну, приехал я в одну семью. И, общаясь в этой семье, Беседуя с сестрой, дети в ней уже выросли, я задал ей такой вопрос. Я говорю, сестра, я вот смотря на вашу семью, я радуюсь. Дети все в церкви, хорошие дети, труженики дети. Я говорю, как вот вам это удалось? Почему у вас никогда, ну я говорю, как-то у вас никогда не было проблем с детьми. Я никогда об этом не слышал. Общаясь с ее детьми, они всегда очень, ну, очень, очень хорошо отзывались о матери своей. Она мне рассказала такую, задала, вернее, загадку такую. Он говорит, брат Саша, вот давай я тебе такую иллюстрацию преподам сейчас. Вот такую загадочку. Вот, девице 19 лет, она выходит замуж через год она рождает ребеночка. 9 и 20 лет, а ребеночек только родился. Во сколько раз мама старше своего ребенка? Пожалуйста, вставай, вставай. Во сколько раз мама старше своего ребенка? Ну, в 20 раз. Почему? Ей 20, а он только родился. Правильно, в 20 раз. Не, никуда ты спешишь, постой, постой. А вот теперь прошло 20 лет. 20 лет прошло. Маме 40 лет, а ребенку 20 лет. Во сколько раз мама старше своего ребенка? 20, 20, 20. О, правильно. В два раза. Вы математику поняли, братья? Повторяю. Можно присесть. Значит, когда маме было 20, а ребенок только родился, мама была старше в 20 раз своего ребенка. А вот теперь маме стало 40, а ребенку стало 20. 40 разделить на 20, сколько получается? Два. Мама старше всего в два раза. Это биологический возраст. А интеллектуальный возраст? А к этому времени мама может даже уже и ниже быть. Но об этом я не буду говорить. Братья, к чему эта мудрость? Это мудрость. Непонимание. Почему непонимание? потому что порой маме 40, а ребенку 20, а мама к нему относится, как будто он вчера родился. Вот это есть непонимание. Все-таки надо понимать, что возрастающий ребенок – это личность, у него есть чувство, сердце, у него есть уже какие-то свои мысли, свои планы, свое понимание, свое побуждение к тому, чтобы кого-то любить и быть любимым. Ну, я, я имею в виду уже, молодежном возрасте. И порой вот эти физиологические инстинкты его побуждают каким-то вот, каким мыслям. И вот тут как важно сохранять единство в семье, понимать и вот закономерное явление понимать. Понимать, что и мы уже в два раза, а пойдет еще немножко дальше, маме станет 60, а сыну станет 40, там уже будет в 1 и 3, к примеру, она будет всего старше. И это будет грань постоянно, постоянно уменьшаться. Разрыв я имею в виду. Братья, дорогие, как важно, чтобы нам правильно строить отношения с детьми, понимать их, и они должны понимать нас. Вот, к примеру, приходит время создания семьи. Я наблюдаю, что последнее время в этом вопросе дьявол пытается тоже свои козни чинить. Порой родители хотят своих детей на ком-то женить или за кого-то выдавать замуж. Братья, а родителям не дано это право. Не дано. Когда-то патриархи имели переживания за своих детей и говорят, из моего народа. Вот один критерий. Из моего народа. Церковь Божия – это народ наш. А вот уже выбор, выбор кто из моего народа? Это принадлежит нашим детям. Вот смотрите, когда Елизер приехал сватать, вышли, встреча, радость такая. Лаван и Вафуил говорит, от Господа пришло это дело, когда Елизер все им рассказал. От Господа пришло дело. И потом, разве они решили этот вопрос, братья? Нет, они вопрос этот не решили. Они говорят, Призовем девицу и спросим ее. И задают ей вопрос. И я понимаю, это не формальный вопрос. Пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. И пошла. А если бы она сказала, не пойду, братья, и не пошла бы. И не пошла бы. Братья, дорогие, вот в этом отношении нам нужно опять занять библейскую позицию. Наша позиция. Мы должны воспитывать детей наших, мы должны формировать в них понимание ценностей, духовных, материальных. И, но когда они уже приходят к возрасту, проявляется то, что мы в них сформировали. И тогда уже порой поздно менять их мышление. Это надо было делать раньше. Мы раньше этим не занимались, может быть, а занимались чем-то другим. А сейчас, когда эта поросль уже выросла, то изменить ствол мышления уже порой невозможно. Но принцип остается принципом из моего народа и право ее пойти или не пойти с этим человеком. Но разрушать семью до создания своей семьи, братья, мы видим, это не библейское устройство, не библейское устройство семьи. И нам нужно работать над тем, чтобы сохранять семью сохранять семью. И если кто-то не создал еще своей семьи, он должен жить в семье, он должен быть с родителями под опекой отца и матери. Братья, следующее, на что обращу внимание, это семьи, о которых мы, мы читаем в книге Бытие 25-27. Дети выросли. Выросли дети. Они создали свои семьи. У нас есть и я хочу на что обратить внимание. Дети выросли. Какая позиция должна быть у родителей теперь по отношению к своим детям? Братья, дорогие, два направления я хочу дать. Они тоже просматриваются в Святом Писании. Это образцовые отцы занимали, занимали такую позицию. Я хочу обратить внимание на позицию Иова. У него выросли дети, они создали свои семьи, у них была уже, были свои дома, у них была своя жизнь, свое ведение хозяйства, но отец, как патриарх семейства, имел право, имел право собирать их, имел право освящать их и приносить всесожжения, жертвы, не жалея для этого средств. Братья, он каждый год сто животных сжигал. Сто животных. Это целое стадо. Это большой материальный урон. Большой. Десять детей, десять дней только тех, которых мы знаем. А может быть, он даже и больше это делал. Но он при всяком таком случае освещал их и приносил все сожжения. Мы, как родители, имеем на это право призывать детей, общаться с ними, вразумлять, может быть, какие-то... Мы не имеем права руководить, но библейскую позицию предлагать им. Освящение ⁇ это библейское учение. Как родители имеем право. Это позиция отцов. Или дедушек, можно так сказать. Отцов, дедушек. Какая позиция матерей? Мне кажется, самая лучшая бабушка в Библии. Как ее звали, братья? А, Наиминь, я тоже согласен с Александром Яковлевичем, самая лучшая бабушка этой Наиминь, что в этом образе, я не буду даже читать, братья, ценя время, что в этом образе самое яркая Наиминь, она стала нянькою своему внуку. Она посвятила свою жизнь ему, внуку. И какой получился замечательный внук, потому что у него была хорошая бабушка. Чем заняты наши бабушки? Да, она взяла его на руки свои, на руки свои. Она обняла его и носила на руках своих. А она была женщина уже в возрасте. В возрасте, в большом возрасте. Но она не пожалела здоровья своего. Обратите внимание, она не имела здоровья работать на полях. Руф ходила. Это говорит о ее физической немощи уже. Но она, превозмогая вот физические силы, она последние дыхания своей жизни, последние силы отдавала внуку своему. Братья, и не случайно, так говорят исследователи, результат в третьем поколении. И в третьем поколении рождается великий, великий народ, великая семья, появляется Давид. <как> Братья, вот нахожу вот эти два направления отцов освящать, а бабушкам быть няньками. Я замечал, там, где вот именно такая библейская позиция, я замечаю, у нас есть большие такие семьи, родовые семьи. Я вот обратил внимание, почему там вот как бы так хорошее устройство. А мне рассказывают, да, папа приезжает и каждую семью обходит. В одну пожил два дня, в другую, в третью, в четвертую, в пятую, провел собрание со всеми внуками и детьми, потом пообщался с родителями. Деточки, как у вас? Есть ли какие проблемы? давайте помолимся вместе. Нет, он, он не мешает им устроять свою семью. Он с позиции помощи пообщались, помолились и пошел в другую семью, в третью семью. И за полторы дней, недельки или две обошел все семьи и уехал опять. Он живет в другом месте немножечко на служение и уехал. И как гармонично все смотрю в этих семьях, и возрастают, и трудятся. А бабулечка, когда приезжает, как квочка, вокруг ней все внуки, если она сидит в собрании, то вокруг нее 30-40 внуков вот так. Знаете, она как Регент в большом хоре. Сидит только руками чуть туда-сюда. Уже все сидят, уже все смотрят на проповедника. Все у нее хорошо. А после собрания у нее такая сумка, которая кажется нескончаемой. Она всем по конфетке выдаст. И все же они, как те, знаете, птенчики ждут и смотрят, что же там бабулечка даст. И чужие внуки подходят. И они ей, она, и им дает. Вот, вот, вот такая забота, нянька. И с детьми посидит, и когда в род дом кто-то едет, и она здесь, хотя и возраст, и ноги больные, и другое, но человек понимает свою цель посвятить себя внукам, как это красиво, братья, мы должны об этом заботиться и давать это правильное направление, братья. В нашей жизни бывают семьи, которые мы называем разрушенные семьи. Это вдовы, это безбрачные, у кого разрушился брак. Павел говорит, безбрачным и вдовам, говорю, хорошо оставаться, как я. Но там он рассматривает, если они молоды, пусть вступают в брак. Пусть вступают в брак. Но я вот на что хочу сказать. Как и к этим семьям у нас должно быть внимание, забота, помощь этим семьям. Вот смотрите, вот опять эта семья, о которой мы только говорили, Руф и Наиминь. Какое удивительное единство! Просто необъяснимое единство! Еврейская старая женщина и молодая язычница. Наиминь и Руф. И Руф говорит, «Я пойду с тобою, твой народ, будем моим народом, твой Бог будет моим Богом, смерть одна разлучит нас с тобой». Братья, какое единство! Как, как они достигли этого единства? Секрет открывается уже там, там, когда рождается в этом браке у Руфи с Ваозом ребенок, вид, то Удивительно, люди со стороны оценили вот это гармоничное единство между Наимедию и Руфию и вскрыли секрет, мы бы и не знали его, но они вскрыли секрет и говорят, Руфь, которую ты любишь, лучше для тебя семи сыновей, то есть всем раз сильнее любовь, чем к собственному сыну. Можно такую арифметику здесь сделать. Вот он секрет. Вот они принципы. Любовь к, к жене своему сыну. И она ее любит семь раз сильней. Вот что располагало, вот что сохраняло единство, любовь Божья. У этой женщины не было какого-то эгоизма, почтения к себе. Она действительно, она посвятила тогда браку этому, молодому браку, потом умирает ее муж Авид, или, то есть Махлон или Хелион, ну там трудно уже запомнить кто как, да, но она продолжает любить эту невестку свою. И это, братья, мы видим, что так положительно, так положительно, когда вот сохраняется семья, даже вот такая семья – но это семья. И мы должны всячески содействовать и таким семьям, устройство их, забота, может быть, и материально. А может быть, как я сказал, и где-то и семью надо создать. И в этом надо, и в этом надо позаботиться. И это надо понимать как здравость, как нормально, потому что об этом говорит Писание. Братья, и еще на одну семью хочу обратить внимание. Это семьи, где один из супругов неверующий неверующие. Вот и такое имеет место. Братья, как нам нужно заботиться и о том, чтобы и в этих семьях, и в этих семьях было гармоничное единство. Читаю текст Писания. Первое послание о Коринфянам 7, 14. Смотрите, братья. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечистые, а теперь святы. Да, может быть, кто-то один из супругов неверующий. Но если он желает жить, они должны жить. И и в этой жизни, и в этой жизни очень важно, чтобы верующая сторона заняла позицию святую. Вот как мы читаем 1 Петра. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога. Братья, освящать, отделять от мертвого может только живое и только святое. И если одна из супругов занимает эту святую позицию – Писание говорит, святые мужья, святые жены. Если занимает эту позицию святую, святость имеют, обязательно, братья, обязательно, святое будет отделять, отделять, вот, освящать вторую половину. И будет радость когда-то. У нас однажды в семейном лагере мы разрешаем приезжать и неверующим мужьям или женам. Только требование у нас одно то ну, по вопросу там алкоголя, курения, чтобы на территории лагеря этого не было, и вообще, чтобы этого не было. Вот. И они приезжают, приезжают неверующие мужья, неверующие жены. Вот. И вы знаете, однажды был такой случай, так у меня запомнился. Один муж уже раз приезжал, второй раз, третий раз приехал. А потом я смотрю, ну, спереди так видно всех, и идет призыв. После проповеди призыв к молитве. И выходит неверующий муж и верующий муж выходит, становится на колени и кается. А жена его, ну, когда так совпало, что она то ли куда-то отлучилась, то ли не было у нас рядом с ним, не знаю, как получается. И вот он молится ему раз микрофончик, а я смотрю, из рядов поднимается и бежит сюда жена его. И рядом с ним падает на колени. И просит у Бога прощения за все, что неправильно она жила там в семье. И благодарит Бога за покаяние мужа. Он покаялся, она покаялась, помолились, встали, счастливые пошли на свое место, сели, сели вместе. Смотрю, за руки держатся, как будто только с подвенца, как говорят. За руки держатся, она плачет, слезы вытирает. Он ее так рукой как бы так чуть погладил, мол, ну, успокойся а она его и за руку гладит, и на него смотрит, и радуется. Видно, вот произошло рождение свыше у него. Видно, в них такая гармония началась, духовная гармония. Гармония имеет и физического, и духовного происхождения. Братья, как мы должны об этом заботиться, и о таких семьях, и на такие семьи обращать внимание, и общаться с ними, и дружить. Порой есть неверующие мужья, и верующие семьи не, не дружат, не общаются с такими. Братья, это ненормально. Нужно знать и день рождения такого мужа, и пойти его поздравить. Да может когда-то он и не захочет общаться, раз, два не захочет, на третий раз захочет общаться. И пообщаетесь, и чайку попьете, и в собрание пригласите. И покается такая душа которая испытывает любовь к себе. Любовь все проницает, любовь все может. И если мы являемся проводниками этой Божьей созидающей любви, мы будем созидать эти крепкие, хорошие семьи. А это значит, будет здоровая церковь. Церковь научена истинам Святого Писания. Это будет хорошая церковь, в которой Писание будет устроять внутри семьи, а здоровые семьи будут составлять здоровую церковь, а эта церковь будет способна жить так, как учит Писание. Братья, это прекрасно. Прекрасно, если мы позаботимся о том, чтобы у нас были семьи, имеющие гармоничное единство внутри своей семьи. И нам нужно об этом заботиться. И как мы в Деянии апостола много фраз считаем, домашняя церковь. И по праву можно назвать отца пресвитером домашней церкви, маму дьяконом домашней церкви, устрояющий дом. И когда вот там такое священнодействие совершается и пресвитерское, патриаршеское, вот, и, и такое забота матери о доме своем, какие это прекрасные семьи. Какие будут прекрасно в таких семьях вырастать дети, молодежь. Будут видеть этот образ молодые люди, и создавать по этому библейскому устройству своей семьи. Братья, мы лишимся многих проблем, если будем работать в семье. Мы можем проблемы решать в церкви, а не в семье. И если будем работать над тем, чтобы были такие гармоничные семьи в единстве с учением Божьим, устрояющие братья, это будет очень хорошо. Да благословит нас в этом Господь, я хочу пригласить, давайте мы об этом помолимся, чтобы в каждое, каждая наша семья, прежде всего, была образцом для церкви. И чтобы все церкви в наших, все семьи в наших церквах были устрояемы по учению Писания. Аминь. Помолимся Господу.